В одном из выпусков программы «ЭКО» в одной минуте жители аула Тасеткель Шуского района выразили жалобу по поводу груды отходов, доставляющих им большой дискомфорт. В результате до акима села данная проблема была доведена. О том, что из этого вышло, в следующем материале. Груду мусора можно встретить прямо в ауле Тастубе. Местные жители неоднократно поднимали этот вопрос, но он так и оставался открытым. Однако после приезда съемочной группы ситуация поменялась в корне. В результате для расчистки мусора была привлечена техника. Собрано 550 тонн отходов. Это самое крупное место в селе, куда свозят мусор. Если бы жители были более ответственными, этого полигона не было бы. В администрации села считают, что свалка по улице Абая образовалась не без помощи местных жителей. Теперь лица, замеченные из-за выброса мусора в неположенном месте, будут оштрафованы. Акимат обратил внимание на этот полигон. Надо начать от себя, чтобы не загрязнять. Призываю всех к соблюдению чистоты. Те, кто сваливает мусор, будут оштрафованы. Стоит отметить, что в рамках передачи «ЭКМ» в Адемин-Уде решаются и многие другие проблемы. Риналь Рахматуллин, Жамбыл Ньюс.